За последние годы на Орловщине не прекратило свое существование ни одно промышленное предприятие. Пусть они являлись частными, но без господдержки по нынешним временам не обойтись. Потому вопрос развития промышленности номер один и по значимости и в повестке заседания областного правительства. Утверждена государственная программа Орловской области развития промышленности в Орловской области на период с 2017 по 2025 годы. Цель государственной программы – обеспечение благоприятных условий для развития промышленного комплекса Орловской области. Но по факту эти меры поддержки не финансового характера. Хотя изначально на поддержку местных предприятий в бюджете закладывали 160 миллионов рублей. Но из-за дефицита региональной казны реальный сектор экономики не получил ни копейки. Наиболее оптимальным и эффективным инструментом государственной поддержки реального сектора является механизм выдачи кредитов промышленным предприятиям под низкий процент. Возобновит ли свою деятельность Дармаш? Этот вопрос волнует не только правительство региона, но и Министерство промышленности и торговли. На прошлой неделе положение дел на заводе оценила столичная делегация. Ситуация с 80-миллионным долгом дошла до прямой линии с президентом. С людьми до сих пор не рассчитались по зарплате. 16 августа состоится, с учетом той инвентаризации, которая уже проведена, состоит собрание кредиторов, на котором будет принято решение о реализации части продукции, которая есть на заводе. Прежде всего, это продукция металл, листовой металл, швеллера, уголки и так далее. Где-то порядка 60 тонн. И давайте на этой неделе мы с силовой группой соберемся по заводу «Дормаш». Ладно? Отдельное совещание, Леонид Михайлович, потому что вопрос по контролю полпреда. И не только у него. Предприятий становится меньше, и как следствие нехватка рабочих мест. Следующий вопрос, который обсудили на заседании правительства, касался как раз занятости населения. За 6 месяцев этого года количество официально безработных в области составило без малого 4000 человек. Это всего лишь 1% трудоспособного населения. Ну какова же реальная картина? На рынке труда ситуация сложная. И основной вопрос у людей – где работать? Вот поверьте, основной вопрос – помогите с работой. Основная проблема – дисбаланс профессионально-территориальный. То есть, с одной стороны, есть люди, которые готовы работать, с другой стороны, очень часто их профессии не востребованы на рынке труда. Либо они живут не там, где это все требуется. Вот с этим мы работаем, поэтому мы сейчас на будущий год просим денежек немножко на переселение, соответственно, людей из тех мест, где нет, на переподготовку. Можно ли в Орле найти работу и будет ли она высокооплачиваемой? В буквальном смысле далеко ходить не надо. На центральной улице города мы узнали мнение у простых орловчан. Я не думаю, что так у нас работа новая. Ну, потому что нет заводов, нет ни фабрик. Ни производства нет, ничего. Работать негде. Вот дочь повара, она по своей специальности не может устроиться работать. Почему? Государственные – маленькая зарплата. Частные – нужны опыт работы. А в завершении заседания правительства обсудили подготовку к уборочной кампании. Дожди двинули привычные сроки сбора урожая. Власти заверили, в материально-технической базе можно не сомневаться, не подвела бы погода. Если не будет дождей, на этой неделе аграрии приступят к работам. Максим Ванюшин, Антон Промыслов для программы «Оперативный эфир».